Это место, где современный научно-технологический центр утопает в зелени, дарящий позитивную энергетику и жизненные силы. Это инновационный комплекс, в котором проводятся исследования и разработка продукции. Расположены производственные корпуса, функционируют отели и выставки, туризм и электронная коммерция. Здесь кроется мечта стать мощным национальным брендом в сфере здравоохранения. Это международный индустриальный парк «Тяньши», являющийся платформой для развития международного бизнеса и международных структур. Лучшее место для понимания деятельности корпорации «Тяньши» – это музей «Тяньши». Фактически, история развития «Тяньши» – это история предпринимательства, описанная в книге господина Ли Динъюаня «Жизнь без передышки, борьба без остановки». Корпорация «Тяньши» была основана в 1995 году и вышла на зарубежные рынки в 1997 году. В настоящее время международная корпорация «Тяньши» развивает свой бизнес в 190 странах мира. В 110 странах и регионах созданы филиалы, в которых работают более 10 тысяч сотрудников, предоставляющих обслуживание более чем 46 миллионам потребительских семей. Корпорация «Тяньши» построила международный индустриальный парк с общим объемом инвестиций более 7 миллиардов китайских юаней и институт «Тяньши» с общим объемом инвестиций 17 миллиардов китайских юаней. Вместе с тем, компания «Тяньши», придерживаясь принципа «высшая добродетель, скромность и несоперничество», на сегодняшний день вложила более 3 миллиардов китайских юаней в социальное обеспечение и благотворительность. Корпорация «Тяньши», взяв за основу научные исследования и разработки, следуя международным стандартам, собирает глобальные высококачественные ресурсы, извлекает квинтэссенцию натурального сырья и предоставляет здоровье и безопасные продукты потребителям во всем мире. В НИИ «Витологии Тяньши» площадью 6 тысяч квадратных метров с общим объемом инвестиций 80 миллионов китайских юаней функционирует Центр исследований, специализирующийся на разработке оздоровительной продукции и приборов, товаров для дома, продукции для ухода за кожей. В настоящее время продукция имеет патенты и сертификаты соответствия многих стран. Рабочая станция для кандидатов наук и выше, созданная в 2005 году, и рабочая станция для академиков, созданная в 2018 году, обеспечивают мощный импульс для основных технологических инноваций, разрабатываемых компанией «Тяньши». Производственная база международного индустриального парка «Тяньши» перенимает опыт самых передовых производств мира, применяет современные концепции дизайна и внедряет полностью автоматизированное производственное оборудование. Индустриальный парк «Тяньши» достиг международного уровня с точки зрения проектирования цехов.